Открываю котиков. Вот котики. Вышли на свободу. Открыл дверь и учапали. Пиратик и котя-котя. Лазают вон, блин. Негодяи. Пират, иди кашу кушать. Котя. Ну, буду заманивать, что делать. Буду заманивать, как в рекламе котов. Оу! Вы где? Привез я кашу. Вот она. Сейчас корма насыплю. Сухого. Кашки насыплю. Кашка вот. Сегодня. С куриных шкурок. Овсяные эти хлопья. Наваристый прям нифига себе. Насыпаю кашу. Да ладно, ну ни хрена себе, пришли. Ого-го. А то я думал, все, меня. Вы кашу на что-то променяли, думал. Пришли, ну ничего себе, пират. Соизволили. Эй, котя-котя, блин, ты чуть микрофон не украл у меня. Все, сейчас я им насыпаю кашку, корма. Всем привет! Сегодня 1 февраля. Приехал я на базу. Привез кашу. Так что мы сегодня кормим котов и кашей, и сухим кормом. И идем смотреть море. Сейчас покажу температуру воздуха, потом замерим температуру моря, так что смотрим. Сейчас температура воздуха чуть-чуть ниже 5 градусов тепла. Снег уже почти весь растаял, вот, остается немножко. Сегодня заехал поглубже на базу, и местами снежок остался там. В основном, в принципе, он весь растаял. Небо сегодня чистенькое, солнышко светит. Ну, сегодня я открываю форточку. И зафиксировал я ее отверткой, чтобы ветром она не закрылась. Насыпал я им сухого корма, кашку насыпал. Водичка есть, еще много. Но котов долго держать тоже нельзя. Пусть погуляют. Снег растаял, и в принципе они до этого нормально вроде было. Так что вот как-то так. Выпускаю котов, оставляю форточку. Чё, пиратик, как у тебя дела? Я пойду скоро на море, а ты пойдешь, нет? Ну, посмотрим. Тут гулять хочется пиратику, да. Возьму с собой градусник. Попробуем замерить температуру моря сегодня. И прогуляюсь к морю. Посмотрим, какое сегодня море. Сегодня ветра нету. Небо почти чистое. Ну, как-то оно затягивает. То затягивает, то тучи уходят. На базе уже вон снег почти весь растаял. Ну, посмотрим. Пират вроде бы пытается со мной идти. Ну, пойдем, пиратик. Ну, опять валяться. Пошли, пират. Пошли к морю. Пойдем, пойдем. Бегом бежит. Ну, разбегом бежит, побежали. Пират, чё, зайчик? Ну, пошли, чё ты?
Раз идешь, давай хвост трубой и погнали. Давай, давай. Идет пират, высунул немножко язык. Хвост трубой стоит у него. И идем мы по тротуару, прям к калитке до моря сейчас. Ой, язык прям высунул, блин, наполовину. И вдаль смотрит. С высунутым языком, а не, уже засунул обратно, лапу поджал. Все, пошли пират к морю. Вышел я за калитку. Оглядываемся. Ждем пиратика, пока он подтянется. Потихонечку идет, не спеша. Тоже вот сам выходит. А мы подойдем поближе к водичке. Солнышко. И пират чапает потихонечку сзади. Гуляем опять с пиратом по берегу Азовского моря. Между Голубицкой и Пересыпью. Да, пират? Ну что ты, пират какую-то корягу увидел, а нет. А нет, что-то заинтересовала она его. Волн сегодня еще меньше стало. Почти штиль или штили. Наверное, штиль называется это сейчас. Потому что волны прям, их практически нету. Пират подтянулся. И вот. Вот в таком состоянии водичка сегодня. На Азовском море. Рядом пират стоит, тоже контролирует. Все нормально. Вот там вдалеке летит вертолет. Даже сегодня. Пиратик. Погнали Discovery делать? Или что? Не очень хочется, да? Ну хватит валяться ты уже. Пойдем прогуляем немножко. Пиратик. Пиратик, пойдем чуть-чуть под ножки разомнешь, а то... Ну сегодня все, ты срок свой отбыл. Сегодня форточку я оставлю открытую. Сегодня вы от звонка до звонка, все, молодцы, отсидели. Снег растаял, все, молодцы, ребятки. Померили мы температуру водички сегодня. Вместе с пиратиком, вот он проверял меня. Температура моря на 1 февраля составила 3,6 градусов тепла. Немножко. В прошлые разы было 3 градуса, потом 3,1. Сегодня 3,6 градуса тепла. Море начало нагреваться. Ну и взглянем еще разочек на море. Что, пиратик? Я уже все тебя показал всем. Что ты, а? Трется об меня, проходу не дает, блин.
Так что вот такая вот сегодня обстановочка на берегу Азовского моря. Ветра нету сегодня. Погодка сегодня радует. Вроде бы дожди уже отступают. А то уже воде некуда деваться. Все, пират, пошли. Пойдем. Пошли, пошли. Пиратик потихонечку возвращается со мной в кафе. Оглядывается, конечно, ну, идем обратно. Так что вот такая сегодня погода, обстановочка здесь, между Голубицкой и Пересыпью здесь, на базе. Такое состояние сегодня моря. Море сегодня потеплело, 3,6 градусов тепла. Шли вместе с пиратом обратно, но он метров 30 не дошел, куда-то пошел гулять. Ну не, а, вижу, о, чапает, чапает, сейчас пойдемте глянем. Что-то он шел в одну сторону, оказался в другой стороне. Сейчас посмотрим, как пират чапает обратно и на этом сегодня заканчиваю я. Чапает. Шли вот до Судова вместе дошли. Нет, он уже чапает. О, он оттудова, блин. Ну, кошмар, пират. Сейчас, блин, даже не выключать буду камеру. Сейчас посмотрят все, где, куда ты, блин, сам учапал же. И мявкает, идет, блин. Ты смотри. Ладно, пират, ты у нас взрослый, умный кот. Мявкает, гулять хочет. Ну вот, что я с ними? Я их на привязи вечно держать не смогу. Оставляю сегодня форточку. Кушать есть, все есть тут. Снег растаял, все нормально. Так что, как-то так. Всем пока. А Котя, Котя, мою водичку проигнорировал. Пьет с лужи, негодяй. Да, пьет, пьет с лужи. Хотя водичка, все там есть. И пират пил с лужи, блин, с этой. Ну, пейте, пейте, чё. Я думал, вы вначале вообще за кашей ко мне не придете. Нет, пришли. Ладно, всем пока.